Грандиозное событие этого лета – всеукраинский фестиваль «Присип Министрис Украин», который сегодня начался в городе Буча Киевской области, собрал уже более 400 человек из разных уголков не только Украины, но и мира. К нам приехали гости из России, Румынии, Молдовы, Германии, Казахстана и даже Америки. Тема фестиваля «Исполни свое призвание от Бога» – это ключевая идея книги «Эсфирь», которую уже завтра мы начнем изучать вместе с основателем миссии «Присип Министрис Кей Артур», которая впервые приехала в Украину. Давайте же мы с вами узнаем ожидания от фестиваля у его участников. Ожидания от фестиваля – это больше сблизиться с людьми и действительно узнать свое призвание в своей жизни. Потому что очень важно знать контекст времени, в котором ты живешь, и призвание, которое ты должен исполнить в этом времени. Меня зовут Наташа, я из Броваров. На фестивале не первый раз, и очень нравится книга «Эсфирь». И от этого фестиваля я ожидаю, что по этой книге я еще больше буду понимать, изучать о ценности Писания, о ценности служения и о своем посвящении. Для Бога. Добрый день, друзья, меня зовут Дима. Что я ожидаю от этого мероприятия? Услышать Бога в первую очередь и узнать, для какого времени я призван. И вам желаю того же. Привет всем, меня зовут Арина. Я приехала из города Днепр. Какие ожидания у меня от фестиваля? В книге «Эсфирь» написана такая фраза: «Не для того ли времени ты достигла достоинства царского?» Я бы хотела на этом фестивале узнать свое призвание, куда Бог меня хочет вести и как Он хочет меня использовать именно сегодня, в том месте, в которое Он меня поставил. А ты хочешь узнать, как узнать свое призвание? Тогда подписывайся на наш канал «Присип Министрис Евразия».